Здравствуйте, это наша любимая игра «Квантайп». Итак, мы в первой части чистили только маленькое, но теперь я решила, что пора поубирать и большое. Оно же мне фактически мешает, и тем более, что я все равно буду чистить 100%. Я сделала немножко энергии, и вот сейчас я просто так вот убираю лишнее. Упс, я что-то сбилась со счета. Раз, два, три, четыре. Чтобы просто поубирать чуть-чуть. Так, это что у нас 50, тут где-то у нас 120. Так, и я поставлю этот камень компаньону. Я даже не знаю, в игре, не в игре, но будет же в игре, правда? Когда уберет, тогда уберет. Нет, вернемся, уберем самостоятельно. Это не проблема. Так, 12, ладно, я домой. Набрала, вывезу и вернусь. Хотела сегодня поиграть и как раз попала на в то время, когда игра не работала, а потом я не могла, а вот так у нас. Мы с игрой не встретились, называется. Интересно, за сбой был какой-то подарок? Или в этот раз обойдемся? Не. Ух ты, а зачем? Ладно, потом разберемся. Так. Работают заводы. Берем чего-нибудь. Сейчас хоть исправили, то у нас было, когда на прошлой неделе всю наша грузоподъемность считалась все равно. Хотя стояла у меня в санях штучка, чтобы не считалась. Ну, был глюк в игре. И каталась пустая, а засчитывалась вместе с грузом. Ждала неделю, пока аж исправят. Исправили. Спасибочки. Так, что у нас тут? 92. Так, давайте на эти деревца все поиграю. Раз, два. Семнадцать вроде как. Нет. Так, еще есть возможность. Так, еще два удара. Два удара где-нибудь. Раз, два. И после этого можно что-то убирать на 120. 120 давайте убирать здесь. Есть. Тут у нас дерево на 175, по-моему, ударов. Вообще такое чудесное. Чудесно, раз чудесно. Помощь. Раз, помощь, два. Отлично. Так, задание. Задание у нас так и осталось с рычагами. Ну, значит, будем делать. Это мне получается, надо вот этот кусок расчищать. Опс. Плохо поел. Ладно, 43. 93. Где там у меня стояло? Тридцать 2%. Это пока ни о чем. Я, кстати, на фейсе открыла здесь эти ворота. Там дальше собирать металлолом. Кстати, мне понравился здесь подарочек такой спрятанный. Сейчас покажу. Так, ладно, это 93. 3. 43. 93. Три, 93. Так и сюда идем потом. Сорок три, 93.
И, кстати, это здание впечатлило очень, которое новое на этом острове дается. Все-таки интересно, где-то надо все квесты, наверное, пройти, да, чтобы в конце его получить. Учим получить у архитектора. Ну ладно, будем встречаться. Ой, я тут я не сделала, тут осталось 100. Бывает. Зато вот 93. 43, 93. Поехали. Это тоже можно открыть. И подарочек я не открыла почему-то. Подарочки — это хорошо. Ой, а я открыла подарочек, и у меня стало 92. Ха. А 92 это как маловато будет. По-моему, тут вначале 92. Точно. Поехали. Где там? 93. 43. 93. Все вроде. Это вообще 40. Просто 40. Тихо. Тут еще 120 спрятанный. 40, 50. Вообще, что я здесь стою? Мне дойти в другое место. Я тут камушками увлеклась. 50. Хочу 50 набить немножко. Выбить компаньона, потом потихонечку. Когда травкой играешь, нож медленно чистится. Надо ж чем-то помочь. 50. Как у нас тут? Как мы относимся к 50? Есть еще? А, кстати, почему спим? Ну, можно было бы еще что-то поставить. Ладно. Сейчас еще глаза будут попадаться, потом поставлю. Так. 50 больше не наблюдается. Пока месь. 35 будет. Два. 44. Бывает. Сорок три. Все. Тут в этом углу столько больших камней. Столько больших камней. А, и глаза напротив. Эти глаза заберу. А, и подарочек, кстати. Между прочим. Да я ладно, сыт, не сыт. Какая разница? Главное покушать. О, расчистилась дальше. А там этих больших камней. Опять-таки прилично. Ладно, потом. Идемте чистить чего-нибудь. Ой, я, наверное, слетаю, помогу. Решила повывозить с острова и яблочко одно взять. Чтобы так немножко убрать больших камней. А то яблочек много. 150 штучек уже собралась на часовню. Так, какое-то яблочко было скромненькое. 50, 50, 50. А есть яблочко маленькое? Нету. Ладно, берем на 50. Давайте нам яблочко. Триста 352. Ну, уже что-то.
энергетики многочисленные, можно так сказать. Или скорее сказать, немногочисленные. Все, поехали. Вы мне, по-моему, хватит все откусить. Может и не все, но частично точно. Так. Убираем. Где-то у меня еще на 100 оставалось. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь убираем 40. А тут уже у брата. Что-то я 80 просмотрела. 27. Так, убрать эти по 50. Что они там стоят? Камни. 27. 7. 27. Тут убрано. 27. Стоп. Хватит. Лучше один на 150. Он на 110, мне не нравится. Вот зачем я это сделала? Ладно. Тут 10 и 120. На Олюшке поставим 65. О, еще один открылся камушек. Приличненький такой подарочек и кустик. Тут еще деревцо спрятанное. Ладно, все, уходим. Кто-то медленно кушает. Сорок три, сорок пять. Это 90 или 120? Это 90. О. Глаза напротив. Тоже 90. И подарочек. Пока я воевала с большими камнями, компаньон появилась в игре, и теперь дело пойдет намного быстрее. Вдвоем уже веселее камни выбивать, правда? Так, 47, поехали. Так, мои 38% уже расчищены. Ну, чистить еще и чистить. Так, вот эти штуки надо поделать. 45, так, где у нас тут 45? О, вот еще подарочек. Так, идемте сюда, а тут сразу все вычищу, чтобы к этой теме не возвращаться. Подарок и еще и убрать. Это осталось волшебное деревцо. Не, ну конечно, ресурсов на этом острове дают прилично. Я ничего не могу сказать.
Вот интересно, что чистит мой компаньон. Помощь у него стоит на другом острове. Я даже не знаю. Ну, наверное, чистит. Она поставила помощь на большие камни, на другой остров. Тут-то у нее тоже, в принципе, да, больших камней больше, чем достаточно. О, я уголек нашла. Подарочек. Так, это нам надо удобрить и убрать. У нас еще будут волки чи собаки там кто-то. Будем кормить. Так, а мы дошли почти до этого подарка. Вот он. Сломанная хижина. Особый подарок. Неплохой, кстати, подарочек, скажу я вам. Но не покажу. Сюрприз будет. Так, это сколько? А, это не мое. А это мое, это 65. Вот вам. Пожалуйста. Ой. И 120 рядышком. Давайте это 120, я компаньону поставлю. Ага, мне пока никто ничего не помог. Значит, не поставлю. Не проблема. Так, рычаги. Воздействие надо убирать. Тут рычага не было, да? Идем дальше. Ой. Еще подарочек. Это 65 брать. Решила деревцо убрать сама, посмотреть, может там что тоже что интересное. Не? А сундук, между прочим, так вот этот 10 мы забираем. Так что я так не напрасно взяла это деревцо. А тут рулетка. Крутить. 5 энергии. Ну, как-то так. Слабенькое. Ой, мне тут тоже, кстати, рулетка крутить. Предсказание. Спасибо. 45. 90. 40. 90. Поехали. Так, ну и собачку накормить, пусть идет гуляет. Все. Собачка ушла. А рычаг где? А, рычаг есть. Нажать. Это второй. Так, это удобрить. Точно второй. Сейчас посмотрим. Да, второй. Вот они видны, эти все рычаги. Но только до них надо добраться. Подарочек. О, я еще собачку нашла. Охраняет рычаг. Хорошая собачка. Надо, я сделала 43. Ай-яй-яй. Так, рычаг. Подарочек. Собачка. Ничего не меняется, собачка рядом. Рычаг.
Так, не все, правда? А, да, вот я вижу. Нам сюда, если что. Так, сколько их осталось? Два. Ну, значит, еще две собачки. Так, это 45. Поехали. Так, эти глаза напротив. Так, кстати, глазки уже собрались. Сейчас глазки переработаю, а потом поставлю то, что долго делается. Глазки ж быстро. Так. Стоп. 45. 45. Там был опять подарочек. Мне так, по крайней мере, кажется. Да, подарочек. И 45. Вот кому надо, да, хорошо собирается материал. Ну, главное сюда дойти. Ну, не трогая большие камни, не спеша. Ничего такого там заумного они не захотели за открытие, да, приходится туда-сюда кататься, но ничего не поделаешь. 45. Ой, я не ту нажала, ладно, 45. Так, где там последний рычаг? Ой, вот тут он, наверное, точно, я его уже вижу. Называется «Не проходите мимо». Да, шестой. Ну и животное. Ага. А это животное мы не накормили. Вот, нашла. Нам сюда вот это растет. А их, по-моему, по две растет. Так. Жди животное, сейчас накормим. Ой, не удержалась я. Давайте уберем этот уголек. И факел заодно сможем взять. Факел. Так, эта рулетка так прыгает. Так и хочется еще раз нажать. Так, 90. 90. А, кстати, 165, видите, стоит. Улыбается. Так, все, нашли. Сейчас откроем. А их, походу, две, по-моему, надо, да? Проверим. А нет, все. Рычаг. Есть. Вы знаете, столько нападало материала, что ничего привозить не пришлось открыть. Тут дядька, усатый дядька. Посмотрим, что будет дальше. Где наш стадник без головы? Потерялся. Металлолом. Так. Ха, шпон надо привезти. Вот так вот. А шпона нам и не хватает. В общем, я думаю, за шпоном.
Что ж, я привезла шпон. Ну и теперь мы сборщики металлолома. Активно ищем металлолом. По-моему, я нашла, только не знаю, металлолом это или подарок. Сейчас посмотрим. Ну что-то таки есть. Это подарок. Это не металлолом. Ну, в данном случае металлолом подарок. Его надо найти. И причем довольно-таки много. В одной связке 30 штук. Вот я только одну нашла, правильно? Ну да. Так что еще все впереди. Там эти глаза напротив. Ой, это было 50%. У кого-то закончилась энергия. 50. Поехали. А металлолом? Так, надо выгрузить. И идти дальше. Кстати, не забываем за факелы, открываем периодически. Я вот, допустим, уже большую часть собрала. Да, больше. Не все, конечно. Так работает. Это у нас 35. Ну, что там не так с металлоломом, не очень. 40. Деревцо. Идемте в этот угол. Явно спрятали. Явно. Деревцо, по крайней мере, точно здесь есть. А под ним... гора металлолома. О, металлолом. Нашелся. Но опять-таки нашлось сколько? Штук 30. Не более. Так уже и это уберем. Боже, здесь в этом краю ничего не было. Ни кустиков, ни металлоломов. Кстати, тут тоже можно поискать. Может быть, там в уголочке. Нет. Ладно, идем сюда. Вон бочечка стоит. А вот металлолом, я его вижу. Опс, надо уходить. Максимум очков. Я немножко упростила. Я вам покажу места расположения. Видео так затянулось. Вот металлолом. Вот металлолом. Это еще явно не весь, просто проход закрыт дальше. Пока его не уберу. И вот еще металлолом. И обратите внимание, у нас тут появился новый камень. Такого у нас не было. А это специфически для этого острова, ясно. Будем кого-то кормить опять. Ну и тут
ждал на негаданно опять уголек. Кто его ждал? Кто его ждал? Так. Ой, я не успела поесть, а успела. Так, что там с металлоломом? Вы подарок отдайте. А, еще не весь. Типа поиски... ну в этом углу все. А в принципе поиски продолжаются. Проход открылся дальше, но я решила, что надо... Точно, нет, видите, дальше тупик. Думала, что мало ли, можно свернуть. Ничего подобного. Ой, прикол, я пока не разобралась. Но я вижу металлолом, а проход пока не вижу. Заборчики. А вот тут, наверное, вот проход-то. Сейчас попытаюсь. Вот он, видите, металлолом-то. Ой, у нас так видео затянулось, кошмар. Да, ну пора заканчивать. И хотела бы уже вам показать весь этот сбор металлолома, скажем так. Ладно. Да, я была таки права, это и есть проход к нашему металлолому. Так что активно собираем. Думаю, нашла весь. Вот он весь находится здесь. Вот три штуки я нашла. С той стороны вообще не было металлолома. Сейчас откроем и проверим. Все, не все. Ну, проверочка. Дядька, ты где? Помочь. Щедрый подарок. Приехал садник. И мы ломим его в капкан на металлолом. У нас садик металлист. Ага, сейчас будем угощать еще ужином. То, что я с грузовых камней, наверное, да? Упс, бумага. Угощаем. Упс. Сательная соль. Вот так вот. У дядьки появилась голова. Ой, еще какая. Он у нас, оказывается, робот. Можем теперь готовиться к празднику. Не может такого быть. Знали бы они, сколько они у меня энергетиков так чуть-чуть одолжили. Вот это они бы попраздновали. Так, смотрим. Задание. Все. Ну, до катакомб я не дошла. Но это не важно. Это уже не сегодня. И на этом все. Пока-пока. До новых встреч.